Городской голова Александр Лукьянченко и заместитель председателя Донецкого областного совета Александр Кравцов приехали, чтобы поздравить и наградить работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания с профессиональным праздником. Мы сегодня собрались в одном из лучших дворцов нашего города, сердечно поблагодарить тружеников жилищно-коммунального хозяйства с их профессиональным праздником. Я хочу пожелать всем труженикам, которые трудятся на ниве жилищно-коммунального хозяйства, здоровья, счастья, добра, благополучия и процветания. А нам всем мира и спокойствия. По словам Александра Кравцова, именно сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания является объектом пристального внимания граждан, а в социальных приоритетах занимает первое место, потому что влияет на комфортность нашего проживания. И люди очень остро ощущают все проблемы в этой сфере. В Донецком областном совете регулярно анализируют выполнение региональных и государственных целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Конечно, нужно констатировать, что проблемы в этой сфере есть, и основная проблема – это, конечно же, недостаточные объемы финансирования. Но мы, в общем-то, надеемся на то, что сфера жилищно-коммунального хозяйства со временем сможет привлечь инвесторов при правильном подходе. И это в конечном итоге отразится на качестве предоставления коммунальных услуг. Александр Кравцов считает, что благодаря усилиям коммунальщиков Донецк сегодня является образцовым городом и, без преувеличения, одним из красивейших городов Украины. Екатерина Загоруйко, Александр Худалий, Первый муниципальный.